Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям... Местечко. Или тебе что-то надо, или есть новости про Рэнди. Иначе ты бы не попёрся в такое. Джосс, это Ви. Ну что, Ви, вы узнали про Рэнди? Его похитили. Почему ты не позвонил? Джосс, я... Хотел скрыть от меня правду, как всегда. Мы надеемся, что с Рэнди все в порядке, но я бы не исключал и худшего. Ви, не надо. Где мой Рэнди? Мы пока не знаем. Как раз пытаемся выяснить. Думаете, выяснять это лучше всего здесь? Давайте только не будем ругаться. Это мой сын! Не указывай мне, что делать, а что нет! Джосс. Мы приехали, чтобы осмотреть вещи Рэнди. Зачем? Чтобы найти зацепки. Мы делаем все, что можем, Джосс. Только не сломайте ничего. Рэнди не любит, когда копаются в его вещах. Пойдем, Ви. Дети на улице. Скажи им, чтоб шли ужинать.
Не сдавайся, Джосс. О чем ты думаешь? Мы должны были рассказать. Это его трейлер. Нам важна каждая мелочь. Дядя Ривер! Привет, Моника. Привет, Дориан. Это твой напарник? Знакомый. Останешься ночевать? Посмотрим. Ваша мама сказала, что ужин готов. Это их старый трейлер. Рэнди его занял, когда я купил им новый. Ну и бардак. Как у меня в старые времена. Ты... Смотрись, а я переберу мусор. Я нашел ключ. Прямо музейный экспонат. Ага. Не то чтобы мы именно это искали. Наркотики? Не будем об этом. Ага. Общество виновато. Tainted Overlord. Его любимая группа. Ты хорошо его знаешь. Посылал ему на каждый день рождения их альбомы. Тут какая-то игра на коробке код доставки. Еще остались отметки, по которым мы первые годы мерили детей. Дорогая техника, Рэнди мог себе такое позволить. Ты серьезно? Это железо стоит дофига. Вряд ли Рэнди смог себе сам такое купить. Я бы туда заглянул, но сомневаюсь, что он кому-то говорил пароль. Можешь взломать? Сейчас попробую. Прошу. Поможешь мне тут пошариться? В такой машине задержали Харриса. Когда перекрывали улицы? Блять, я помню этот день. Он живет рядом со старой школой.
Ты смотри, какой этот мужик сердобольный, а? Он установил, кто такой Рэнди, и выслал ему игру в подарок. Ту, которую ты нашел в ящике? Да, да. И судя по коду доставки, этот хер выслал ее с пустошей. Рэнди обрабатывали по всем правилам. Ривер, посмотри. Ты видишь то же, что и я? Нет, не может быть. Зачем Рэнди это было нужно? Мало того, что они договорились о встрече, так Рэнди еще и радовался, как будто идет гулять в лунопарк. Твою мать! Как этот урод вообще задурил ему голову? Этот мультик какая-то полная жесть. Мурашки по коже. Натали, наверное, была единственной, кому Рэнди доверял. Посмотрим страницу по ссылке. Какая-то ссылка. Это не про нее писал Рэнди? Сейчас посмотрим. Энтони Харрис создал скрытую страницу. Господи, это просто пиздец.
Господи, Ривер, ты посмотри. Мужик охотился на проблемных детей. Он обрабатывал таких, как Рэнди. Это из-за меня. Я вообще ничего не замечал. Почти не разговаривал с ним. Эй, перестань. Ривер, ты тут ни при чем. Тут был какой-то файл. К сожалению, его удалили, но название осталось. Кстати, про это. Кажется, видео на компе у Рэнди называлось примерно так же. Эй, смотри. Этот мультик называется так же, как пропавший файл на странице Харриса. Это то, что нам надо было найти для Ивань. Ви, вот оно. Думаю, Рэнди его скачал. Ви, ты что, не понимаешь? Может быть, это ключ к сознанию Харриса? Ну, надеюсь. Может, если ты применишь свою нетранерскую магию, мы узнаем что-нибудь еще? Попробую определить IP-адрес Харриса. Есть. Думаю, мы выжили из этого максимум. Супер. Мультфильм, Ривер. Возможно, это то, что мы ищем. Отправь его, Ивэнь. Ты же говорил, Харрису нужно что-то знакомое, чтобы видеть сны. Хорошая мысль. Отправляю. Окей. Она написала, что ответит завтра. И что я настоящая сволочь. И... Фу. Пошли, что ли, поужинаем? Давай не будем пугать Джоз больше, чем нужно, хорошо? Мы взяли след, но до завтра подробностей не узнаем. Конец. Дориан, не надо. Но она правда похожа на сопли. Фу, сопли. Джоз, мы закончили. Закончили? Ну, тогда в кровати. Дядя Ривер, мы тут тебя оставили. Спасибо, Моника. Вы нашли что-нибудь? Завтра что-то узнаем. Я переслал в лабораторию то, что мы нашли. Скорее всего, утром мы узнаем, где Рэнди. Когда ты ел последний раз? Вчера. Возьми мой. Я не хочу. Спасибо. Может, попозже. А теперь скажи честно. Не смотри на моего брата. Просто скажи. Вы найдете моего сына? Ривер... Очень крутой детектив. Считай, Рэнди уже дома. Я не сдамся, пока не найду его.
Джосс, ты не против, если Ви поспит в трейлере Рэнди? Нет, конечно. Ты же останешься. Ты должен мне помочь довести это дело до конца. Останусь, конечно. Дорогу к трейлеру помнишь? Конечно. Скоро уже пойду спать. Ви, вставай. Еще 5 минуточек. Я Вэнь позвонила. Мультфильм сработал. Харри стал видеть сны. Есть брейн-данс? Вот здесь. Вставляй и подключайся к компу. Я буду смотреть на мониторе. Быстрая это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лема? Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь. И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? Тебя усыновили хорошие люди. Как ты им отплатил? Нас закинуло в школьные годы Харриса. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии. Погоди-ка, я проверю, что это была за школа. Лагуна Бэнд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. Старый кубок. В 2042 году они заняли первое место в соревнованиях по рестлингу между школами. Не смейте так говорить про моего папу! А ты что думал, я не знаю, гаденыш? Что твой отец пустил себе пулю в лоб, когда ферма разорилась? Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца, ты, гондон! Ты врешь! Ты врешь, перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь! Тони! Куда тебе? Харрис здесь выглядит моложе. Смотри, корова больна. И остальные тоже. Тебя опять понесло! Иди сюда! Иду! Тони, иди сюда! Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота. Опознать не получится. Отец прессовал его, будь здоров. Что, пап? Ты ничего не забыл? Тебя спрашиваю. Я не знаю. Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного? Что, слишком низкий? Ты должен был проверить перед школой. Чё в свое оправдание скажешь?
Эта корова умрет из-за тебя. Убьешь ее так же, как мать убил. Пап, прости меня. Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны. И выключи уже этот идиотский му... Коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Люди ели мясо с этим говном. Я тебе сколько раз говорил не оставлять его! Я полдня... Добавки для поддержания здоровья у животных. Пытался выключить эту херню! О, тот самый мультик. Малыш Тони, похоже, его обожал. Ну, тут все ясно. Похоже, мы нашли, что искали. Какие-то провода. Это последнее воспоминание. Здесь его логово. Похоже, Питер Пен превратил эту ферму в маленькую крепость. Тут часы. Час до полуночи. Горючее. Наверное, когда-то тут была заправка или что-то вроде того. Ты это тоже слышишь? Мусоровоз дает сигнал на разгрузку. Где-то рядом свалка. Да ну нахуй. Он обращается с детьми, как со скотом. Система контролирует впрыск каких-то стимуляторов или, может, гормонов? Смотри, еще один. Я нигде не вижу Рэнди. Штемпель пожарной части. Южный регион. Отлично. Сюда подключены боксы. Где-то есть комп, куда подключены мины и турели. На модели фермы есть метка Петрохема. Куда ты собрался, Майк?
Иди-ка сюда, негодник. Еще покалечишься? Тони о тебе позаботится. Ни о чем не волнуйся. О, осветительные вышки. На них рекламировали новый альбом Аскрекс. Цвет менялся каждый час. Наверное, можно уже выходить. Итак, что нам уже удалось выяснить? Мы знаем, что Харрис живет рядом со старой школой, которая затонула. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Код доставки игры, которую прислал Харрис, указывает на пустоши. Судя по IP, Харрис живет примерно в радиусе дюжины миль от Найт-Сити. Осветительные вышки рекламируют альбом Аскрекс и меняют цвет раз в час. А раз мы знаем время... 11 вечера. Да, тогда получается, что ферма к востоку, точнее, к юго-востоку от города. Пожарная часть, которая ставила штамп, была из южного региона. Модель фермы делал Петрохем, значит, другие варианты отпадают. Выходит, мы нашли, что искали. Рэнди должен быть на ферме Эджвуд. То есть, можно ехать? Надеюсь, я нигде не ошибся. Надо торопиться. Боже, хоть бы получилось. Должно получиться. Мы за 2 дня сделали больше, чем полиция за все время. Это как раз несложно, но все равно. Спасибо, Ви. Ты очень помог. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил. Ты ни в чем не виноват. Я его дядя, Ви. И я никак ему не помог. Блять! Держись, Рэнди. Мы уже едем. Осторожнее! Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро.
Оно где-то здесь. Надо тут все осмотреть. Идут кабели. Где-то должен быть переключатель. Попробую отключить систему защиты, а потом бегом к Хлеву. Крепко заперто. Давай поищем другой путь.
Сюда, Ривер! Быстрей! О, боже. Рэнди, держись, парень. Тут твой дядя Ривер. Все будет хорошо. Это здесь. Рэнди! Господи, он еще жив. Мы успели. Ви, выруби эту чертову машину. Надо отключить Рэнди. Рэнди! Нужна скорая. Повторяю, нужна скорая на ферму к югу от города. Да, пришлите наряд! Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек. Только быстрее. И там еще автоматическая линия обороны. Будьте осторожны. Быстрее! Это надо отключить! Окей, все отключены! Проверь остальных. Может, они еще живы? Сейчас! Большое обезвоживание, но ты поправишься. Ви, помоги мне с Рэнди! Помоги мне снять эту хрень! Получилось, Ривер. Да, получилось. Но для меня еще ничего не кончено. Выродок должен ответить за этот кошмар. И ответит. Что ты хочешь сделать? Убить его? Именно. Пойти к нему и придушить голыми руками. Эта мразь сдохнет. Нет, Ривер. Пускай уж его кровь будет и на моих руках. Спасибо за поддержку, Ви. Но я сам должен свести счеты с Харрисом. Попробую воспользоваться переполохом, чтобы до него добраться. Тебе точно не нужна помощь? Тебя же поймают. Не поймают. Я же детектив. Ну, то есть бывший детектив.
Я умею заметать следы. Если понадоблюсь, скажи, и я приду. Ты можешь на меня рассчитывать. Пока что мне нужно побыть одному, но я это запомню. Эй, мы готовы лететь. Ты с нами или как? Спасибо тебе, Ви. Без тебя я бы не справился. Не за что. И позвони, если передумаешь. Или просто, если будет настроение. Бедные дети. Ты уже столько лет служишь. Скажи, когда-нибудь видел такое? За 8 лет первый раз такая жесть. Голове не укладывается. Another day.